Так, Гарик и Анжела Зосимовы. Это мы. Они самые. Ну что ж, будем знакомы. В анкете вы написали, что это ваш первый визит к семейному психологу. Это так. Честно говоря, мы не знаем, зачем сюда пришли. Ну, по всей видимости, вы пришли сюда потому, что хотите сохранить свой брак. Ну, для начала я хотел бы задать вам несколько вопросов. Они могут показаться вам немного странными, а тем не менее прошу вас отвечать честно, хорошо? Итак, Анжела, если бы вы могли описать ваш брак как еду, что бы это было? Объедки. Угу. Вы, Гарик? Безвкусные объедки. Угу. Гарик, если бы вы могли описать ваш брак как путешествие, что бы это было за путешествие? Поезд Москва-Владивосток, плацкартный вагон. Анжела? Москва-Владивосток, плацкартный вагон, без права выхода на остановках. Да. Совсем уж. Куда хуже. Мы уже совсем отчаялись, Михаил Семенович. Ну а раньше? Раньше ваши отношения были лучше? Конечно, когда мы только поженились, мы были счастливы. Это так, Гарик? Да, мы были счастливы. Не знаю, где мы оступились, но каким-то образом мы отдалились друг от друга. Мы стали совершенно чужими. Ага. Тут в анкете написано, что вы оба христиане. Да, это так, да. Анжела, скажите, пожалуйста, проводите ли вы ежедневно время с Господом? Знаете, раньше я частенько читала Библию, размышляла, молилась, но последнее время как-то уже нет. А вы, Гарик? Знаете, я тоже раньше Библию читал и молился каждый день, но сейчас тоже как-то вот времени не хватает, что ли. Гарик, вы на самом деле хотите спасти ваш брак? Поэтому я сюда и пришел. А вы, Анжела? Конечно. Ну, что я вам скажу? Тогда у вас есть надежда. Серьезно? Да. Так как люди вы верующие, я советую вам проделать упражнение «Стремянка». Что еще за стремянка? Понятия не имею. Так, ребята. Смотри-ка, настоящая стремянка. Ну-ка, подойдите оба сюда. Так. Вы, Анжела, вот с этой стороны лестницы встаньте, а вы, Гарик, вот здесь. Ага. Анжела, верите ли вы, что мужчины сотворены по образу Божьему? Верю. Гарик, верите ли вы, что женщины сотворены также по образу Божьему? Ну да, помни, этот стих как-то даже наизусть учил, как там. Ага. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Замечательно. Можете подняться на одну ступеньку. Угу. Заметили, что произошло? Ничего, кроме того, что мы оба поднялись чуть-чуть выше. А вы, Анжела? Я вообще не понимаю, что это происходит. Друзья мои, тут же все проще простого. Поднимитесь-ка еще на одну ступеньку и обратите внимание на то, что происходит с дистанцией между вами. Какой же я был глупец! Ты о чем? Как же я раньше этого не заметил? Чего не заметил? Ну что, ничего не понимаю. Дошло? Тогда спускайтесь. Дорогая, это же очевидно, как же я раньше этого не увидел. Чем ближе мы становимся к Богу, тем ближе мы становимся друг к другу. Получается, чем дальше мы от Бога, тем дальше мы друг от друга. Ну, ладненько, дорогие мои, давайте, у меня дела, клиенты ждут. Идите домой и узнавайте друг друга, познавая того, по чьему образу вы были сотворены. Спасибо, доктор, всего хорошего. До свидания.